сегодня. Хотелось бы послушать наших уважаемых спикеров, которые являются специалистами в разных сферах, о том, какие проблемы есть, собственно, в разных отраслях, какие барьеры есть для развития сектора глубокой переработки, для роста инвестиционной привлекательности проектов с высокой добавленной стоимостью. Как, может быть, необходимо скорректировать меры государственной политики и поддержки конкретно, да, в отдельных сферах? Где вы видите точки роста, в каких отраслях в первую очередь таких проектов, которые могли бы дать мультипликативный эффект, может быть, на экономику? И где-то... Вот еще один вопрос я хотела бы задать. Видите ли вы потенциал спроса на продукты более высокого передела, да, внутри страны, не только как экспортный потенциал, да? То есть есть ли у нас в разных сферах, которые мы сегодня затронем, вот эта более или менее длинная цепочка, да, переделов, которая позволила бы нам выйти на действительно... конечный или относительно конечный продукт достаточно высокой степени переработки, высокого передела. Вот такие примерно вопросы мы сформулировали к сегодняшнему обсуждению. И начать я предлагаю с... Да, с Евгением Семеновым, пожалуйста, а потом Ливона. Да, хорошо. Ливона, вот с Евгением Викторовной мы начнем. Да. Евгения Викторовна, начнем... с вас. Если можно, к вам вот еще хотела задать два таких уточняющих вопроса. Насколько остро, на ваш взгляд, стоит вопрос глубокой переработки в аграрном секторе? Есть ли здесь еще аспект продовольственной безопасности, да, в этой сфере? И какие ключевые направления для проектов создания глубокой переработки вы видите? Спасибо за предоставленную возможность. То, что вы начали с сельского хозяйства, я думаю, это признание того чуда, которое мы с вами совершили, но не осознали. Россия, так лет 5, уже 6, как окончательно решила проблему продовольственной безопасности. Впервые за всю историю территории, которая сегодня называется Российской Федерацией, в стране не грозит голод. И мы, в общем, себя снабжаем даже теми продуктами, которыми никогда себя не снабжали полностью, например, сахаром. То есть Россия всегда 50% сахара завозила, с Украины, но вот сейчас мы даже в том году экспортировали сахар. То есть это маленькое чудо для страны, для экономики. Более того, я вам скажу маленький анекдот. Мои студенты из РАНХИКС как-то на экзамене сказали, в России всегда было передовое сельское хозяйство, вот чем меня немало порадовали, выросло поколение, которое даже не осознает, что оно говорит. Второй вопрос, что такое глубокая переработка в сельском хозяйстве? Это, конечно, прежде всего пищевая продукция, то есть это продовольствие, которое мы берем в магазине, не то, которое на поле. И здесь у нас на внутреннем рынке, в общем, никаких проблем нет. Мы уже почти полностью самообеспечены и много даже экспортируем, то есть порядка 15. Там, как считать, там сложно. Что считать продуктом переработки, допустим, мясо – это продукт переработки зерна, да, в общем, от 15, я бы сказала, до 30% продукт переработки мы даже экспортируем. Я, может быть, несколько буду перпендикулярно моему основному тренду, и я скажу, что я не вижу ничего страшного, если страна является экспортером сырья в сельском хозяйстве. Но нет здесь ничего страшного. Там больше трети американского аграрного экспорта – это сырье, две трети Аргентины, Бразилии, Австралии – это все сырье. Нормальные развивающиеся страны. Вот не надо посыпать голову пеплом и к чему-то там стремиться. В этом страшного нет.
Немножечко о том, как выходить на мировые рынки, какие барьеры, то, что вы сказали, вот с пищевой продукцией. Пищевая продукция, в отличие от сырья, это продукция брендированная. Мы приходим в магазин, мы реагируем на бренд, когда покупаем продовольствие. Потому что такая и на бренд, который мы последний раз слышали по телевизору или увидели последний. Просто когда-то я в молодости попала в американский гипермаркет, когда вот так километр стенда одних кетчупов. Ну вот то, что нам говорят, там надо лейбл. Ну вы понимаете, километр лейблов по кетчупу не отчитаешь, а потом там после кетчупа надо еще картошку покупать, такой же километр. То есть человек реагирует, а вот я видел там такой-то последний. Поэтому все страны нашего экономического уровня развития стремятся встроиться в уже существующие глобальные продовольственные цепочки. Вот у нас такой классический пример встроенности в такую цепочку – это кондитерка. Мы по кондитерке выросли, я не знаю, вот за один год на четверть. Экспорт кондитерки у нас. А что такое кондитерка? Мы покупаем сырье где-то в Латинской Америке, да? То есть шоколад. Мы его здесь перерабатываем и потом продаем в Бразилию. Мы сахар в Бразилию в виде конфет гоним. Вы представляете, чего мы достигли? Там Китай и так далее. То есть мы встроились в цепочку. В других цепочках, понимаете, какому-то вот Валио легче продавать их сыр, у них уже есть, или, не знаю, пармиджано, да, вот. Ну, не будет наш пармиджано котироваться на мировом рынке. Хотя в Аргентине производят. В Аргентине производят пармиджано или там парусскую колбасу, но не можем мы делать здесь. Да? Поэтому, если мы бы встраивались в существующие глобальные цепи уже с нашим сырьем, это было бы быстрое, это было быстрое решение достижения мировых рынков вот с этой продукцией. А потихонечку можно настроить и свои цепочки под этим прикрытием, которые будут вырастать. У нас все-таки больше в политике вот создать свою продуктовую цепочку, самим выйти. Мне кажется, это не совсем провально, но это более затратно и на долгую перспективу. И третий тезис, который бы я хотела сказать по поводу глубокой переработки. Вот мы сейчас тут в кулуарах вспоминали, на Веронском опять же, что-то у меня прям итальянский уклон сегодня, Виктория, вашу честь. В Веронском форуме экономическом выступал израильский профессор, ну где-то 5-4-5 лет назад, который микробиолог, генетик, которого 15 стартапов, у него уже его достижения в клинике, то есть это не исследовательские проекты, они уже в клинику вошли. Он из листьев табака делал на тот момент костную и хрящевую ткань человеческую, которая не отторгается при пересадках, потому что это не животного растительного происхождения, то есть не нужно подавлять иммунитет, а мы с вами понимаем, это самая главная проблема при всех пересадках. На тот момент он разрабатывал уже заменители плазмы крови и мышечной ткани из листьев табака. Вот это уже глубочайшая степень переработки в сельском хозяйстве. До этого, я боюсь, нам еще очень и очень далеко, и стремиться надо. Спасибо. Спасибо. Звучит достаточно оптимистично. Перейдем к другим секторам. Ливон, вам слово, как представителю бизнеса. Расскажите, какие барьеры видите вы, или, опять же, все хорошо. Вот вчера, например, на одной из сессий звучал такой тезис, что одним из барьеров, почему проекты не являются просто выгодными, да, проекты глубокой переработки иногда в ряде отраслей, это потому, что у нас высокий НДС и проблема пошлин. Есть ли у вас такая проблема? Спасибо большое, Елена. Да. Я, коллеги, попытаюсь показать презентацию и там, сквозь нее как раз попытаться ответить на вопросы, которые Елена озвучила относительно глубокой переработки. Тем более, что если посмотреть на развитие там, нашей группы, то последние там, 15-20 лет мы именно по этому пути идем, несмотря на то, какие там текущие цены, потому что, знаете, сегодня метанол на пике, все хотят строить метанол, и ни о какой переработке никто думать не хочет. Когда метанол внизу, конечно, все думают про то, что неплохо бы его перерабатывать. Можно следующий слайд, пожалуйста? Я
коротко представлюсь. Я являюсь заместителем генерального директора по стратегии и оценке инвестиций в компании Metadyne, Metafrax Group. Также являюсь коллегой Елены Викторовны в Высшей школе экономики. Я доцент кафедры инфраструктуры финансовых рынков. И также вхожу в ассоциацию YPO, Young Presidents Organization. Можешь следующий, пожалуйста. Коротко, чтобы было представление, коллеги, что такое Metafrax Group сегодня. Это вертикально интегрированный химический холдинг. У нас 3 производственные площадки. Самая большая в городе Губаха, это Пермский край. Также у нас есть площадка в Подмосковье, в городе Орехово-Зуево. И наша 3-я площадка за рубежом, в городе Кремс, в Австрии. Мы в том году, несмотря на пандемию, смогли получить выручку порядка 50 миллиардов рублей по группе. В этом году, ну, не секрет, значит, сырьевые рынки находятся в суперцикле, поэтому ожидаем, что там она будет плюс-минус там, где в 1,5-2 раза больше. Сегодня более 3000 сотрудников у нас помогают нам достигать этих результатов. И там всего по контуру, вы видите, география достаточно широкая. У нас трейдинг в Швейцарии, совместное предприятие по трейдингу в Корее. Значит, есть, так, понятно, российский трейдинг и достаточно широкая география, поэтому двигаемся в самых разных направлениях. Если можно, следующий, пожалуйста. Пару слов еще про компанию Metadyne, потому что если Metafrax Group достаточно широко известен как производитель метанола, пока еще сегодня самый крупный в России, то есть еще компания Metadyne, входящая в Metafrax Group. Это номер один смоляная компания в России и в Западной Европе. Мы производим, с учетом наших 3 площадок, больше 1 000 000 тонн смол. Смол – это связующий элемент для склеивания фанеры, древесных плит, теплоизоляции, то есть все то, что дальше у нас используется уже в производстве мебели и, значит, при строительстве. И при этом хотел отдельно отметить, что как раз для того, чтобы развивать науку, глубокую переработку, у нас, мы не зря купили именно площадку в городе Кремс в Австрии, там научно-исследовательский центр, где там около 50 специалистов разрабатывают самые передовые рецептуры смол, и это позволяет нам оставаться лидерами как за рубежом, так и в Российской Федерации, потому что, ну, здесь мы выбрали для себя стратегию именно дифференциации, мы всегда стараемся задавать тренды и, значит, тон на рынке, нежели там им следовать. Можно следующий, пожалуйста. Мы буквально год назад начали очень интересное упражнение в нашей группе, потому что там, группа выросла значительно. Ну так, чтобы было понятно цифры. В 2002 году выручка Metafrax Group была 2 миллиарда рублей. Сегодня 50. Мы запускаем наш крупнейший проект аммиак-карбамид-меламин, о нем скажу чуть позже, и выручка будет порядка 120 миллиардов рублей. Ну, то есть мы выросли там в 30, 50, 60, там уже, знаете, не очень важно, да? Там это существенные размеры. И мы зашли в упражнение под названием «Управляющая компания». Мы сейчас создаем управляющую компанию, потому что ряд функций нужно централизовать, какие-то оставить на местах и в целом немножко по-другому смотреть на бизнес. В результате этого упражнения мы пришли к неким таким стратегическим для нас приоритетам. И здесь как раз не зря вот в тему нашего сегодняшнего обсуждения два из них. Там, да, первое, мы хотим сохранить рынок продаж метанола, но дальше мы хотим продолжать наращивать глубину переработки нашего метанола и также оставаться первыми в смолах. При этом также мы понимаем, что есть незанятая ниша в Российской Федерации еще специальной малотоннажной химии, там specialty chemicals, то, что называется, за рубежом. У нас очень много импорта. Опять же, там цифра, чтобы было понимание. Одна компания BSF, да, великая гигантская компания BSF, импортирует около 15 тысяч наименований специальной малотоннажной химии в Российскую Федерацию. С одной стороны, вроде бизнес-возможностей, с другой, скажу вам, да, непросто, потому что где-то нет технологий, где-то нет сырья, где-то российский рынок, к сожалению, маленький. Ну и, в принципе, когда общаешься с зарубежными партнерами на предмет передачи технологий, они говорят, ну, слушайте, мы нормально импортируем, зарабатываем деньги, ваш рынок не такой большой, вы не Китай, чтобы мы ставили свой отдельный завод и искали локального партнера. Поэтому, значит, ну, такие, знаете, годичные, трехгодичные танцы, обсуждения, но в итоге мы понимаем, что особой мотивации нет. И, в принципе, с точки зрения финансов понятно, почему ее нету. Ну и, конечно, сохранение и развитие кадрового потенциала, потому что сегодня у нас в группе идет смена поколений, как, значит, в управленческом смысле, так и в технологическом, да, то есть очень много коллег, которые отдали 30-40 лет своей жизни заводу, там еще Губахинскому химическому заводу, который там 65 лет назад был основан. И мы видим, что здесь
нужно будет очень аккуратно эту смену произвести, потому что это химия, это опасное производство, и ну, мы с невероятно высокой там, ответственностью относимся ко всему этому, поэтому здесь там, таким как с трепетом ждем, когда это все произойдет, и мы эту смену произведем. Можно дальше, пожалуйста? Понимание просто, опять же, по цифрам, когда мы говорим про переработку, сегодня наши мощности, там, это 1 200 000 тонн метанола. При этом, коллеги, как вы видите, половину своего метанола мы готовы сегодня, если жизнь заставит, перерабатывать. По факту мы перерабатываем треть, потому что ну, у нас принцип такой достаточно рыночный. Если метадинея в Орехово-Зуево проще купить метанол где-то рядом, а не возить его из Губахи, то мы так и делаем, да, а метанол из Губахи мы продаем значит, дороже, зарабатывая там, на группу больше маржи. Но при этом мы треть своего метанола уже сегодня перерабатываем и продолжаем эту переработку увеличивать. При этом, как вы видите, там это не только первый передел метанола или второй передел газа, да, как исходного сырья, но мы уже ушли и в третий передел. И сейчас я скажу, что у нас есть два проекта. К сожалению, мы пока с общественностью не можем ими делиться, потому что они достаточно там, уникальные для России, и мы находимся там в стадии как раз там разработки, но мы смотрим и на четвертый, пятый передел метанола. Значит, несмотря на то, как я сказал, что сегодня метанол там, стоит там, 390-400 значит, евро на тонну, и понятно, что сегодня продавать метанол намного, коллеги, выгоднее, чем производить смолы. Ну, в моменте на определенных там рынках. Можно дальше, пожалуйста? Пару слов хочу сказать про крупнейший проект, наверное, в истории нашей компании. Это аммиак-карбамид-меламин. Это, опять же, обеспечение сырьевой стабильности нашей, потому что, чтобы производить смолы, нужен не только метанол и формалин, нужен карбамид и меламин. Меламин у нас в стране производит одна компания. И там буквально вот в последние полгода мы столкнулись с тем, что был там достаточно существенный дефицит, потому что рынки, опять же, суперцикл, нужно было больше смол и больше меламину уходило. Поэтому мы сначала, вот последние три года уже строим установку там на 40 тысяч тонн меламина и на 290-300 тысяч тонн карбамида. При этом мы буквально недавно приняли решение, что мы с учетом наших там амбиций по расширению и дальнейшей переработке мы еще одну установку меламина построим и будем самыми крупными в Российской Федерации по мощностям. Можно дальше, пожалуйста? Пару слов еще про экологическую повестку, потому что мы, вы знаете, как-то редко про это говорим, потому что для нас это некое такое, по умолчанию нечто исходящее, поэтому там все тренды, которые появляются, ну вот, решил сегодня с коллегой с вами поделиться. Мы еще там в 2017 году, когда задумывали проект аммиак-карбамид-меламин, мы сделали нетрадиционную штуку, мы решили использовать отходы производства метанола, дымовые газы, как сырье, источник для того, чтобы производить карбамид. И, по сути, мы забираем дымовые газы из печей реформинга. Это такая нетрадиционная история, и мы очень этим гордимся. Но гордимся, опять же, не только задумкой, а результатом, который она приводит. Мы снижаем выбросы CO2 в два раза таким образом, нежели если бы мы построили отдельно этот завод. Поэтому я очень рад, что мы, ну, делая там, переработку, уходя там, в сырьевую интеграцию, еще и можем какой-то существенный экологический вклад в экологию тоже производить. Можно дальше, пожалуйста? Пару слов, опять же, про развитие. Буквально вот был во Владивостоке на прошлой неделе на площадке Восточного экономического форума. Первый раз был, скажу честно, дальше Красноярска, но при этом очень был впечатлен масштабом проектов, которые там есть. Даже скажу вам честно, что немножко там неловко было, потому что у нас проекты на десятки миллиардов, там коллеги говорили про сотни миллиардов инвестиций, и там прямо такое чувство гордости было за то, что происходит в этом регионе. И мы тоже туда смотрим, потому что у нас есть смоляная площадка в Центральной России, у нас есть смоляная площадка в Западной России, в Западной Европе, прошу прощения. И понятно, что есть Дальний Восток, который нужно охватывать. Мы подписали соглашение с правительством Хабаровского края, значит, думаем размещать там площадку, потому что очень много анонсировано проектов. Мы хотим сделать города-миллионники, мы хотим довести некоторые города до миллионников. И в принципе, вот буквально вот, опять же, в кулуарах пообщался
общался с коллегой, Сергеем Колесниковым, одним из владельцев компании «Технониколь». У них там завод по, значит, теплоизоляции, и они тоже готовы. И там сегодня вынуждены берут из Китая. Не всегда это стабильно, не всегда это качественно. Поэтому они, мы как раз вот обсудили, что нужно идти. И мы помним историю, когда мы начинали смоляной бизнес, коллеги, 15 лет назад в России. Не было производителей, не было таких компаний, как Кроностар, Эггер, всех вот мировых гигантов, которые производят, да, значит, древесные плиты. И когда появились мы как стабильный и надежный там поставщик сырья в виде смол, тогда эти компании пришли, ну и там по нашим оценкам порядка 15-20 миллиардов долларов инвестиций вместе с ними, с их проектами, которые сегодня там развернулись уже на многочисленных площадках в Российской Федерации. Можно дальше, пожалуйста. Еще пару слов хочу сказать про наши стратегические области развития. Ну, первое, мы точно идем в расширение наших текущих мощностей. Здесь, наверное, там уже не сильно большой секрет, что с учетом нашей переработки метанола мы думаем про второй метанол. У нас в России много кто строит метанол. Я насчитал проектов 20 анонсированных, но мы подумали, что как бы, нам, если кому-то, нам это точно нужно делать. Значит, потому что мы видим рынок, мы видим, куда мы будем его дальше перерабатывать. Поэтому это одна из там, историй, которая, там, я думаю, что в ближайшее время будет уже анонсирована с, более, там, с большей конкретикой и деталями. Про смолы мы строим новый цех смолы в Орехово-Зуево на 200 тысяч тонн. Значит, мощностей. Про Дальний Восток я уже упомянул. Ну и там есть несколько проектов, которые как раз идут в некую вертикальную интеграцию. Мы будем в конце этого года запускать установку пароформальдегида. Это опять же история, которая уникальна для России. Мы будем первыми, кто в России производит ее. И таким образом мы закроем как раз потребности локальных потребителей, чтобы перестать этот продукт импортировать. Более того, мы видим еще, что мы конкурентны в экспорте. Поэтому мы планируем не только закрывать импорт, но и прорабатывать экспорт. Ну и малая и среднетоннажная химия. Здесь это тоже там, номер один для нас сегодня задача. И в принципе там, наши там, акционеры очень агрессивно ее нам ставят. Потому что ну, у нас есть бизнес по малотоннажной химии в Кремсе, в Австрии. Это совершенно другая история. Это больше волатильность, но это и намного больше маржа. И поэтому, значит, мы видим, что нужно в этом направлении идти и, значит, не только на метанольной цепочке выстраивать нашу стратегию, но и, значит, проходить, значит, идти в большую диверсификацию. Если можно, дальше. И еще раз дальше. Я буквально несколько слов, и, наверное, Елена, попытаюсь вот здесь как раз ответить на вопросы, которые вы задали, а то я так, знаете, все так описываю, как будто все классно, к сожалению, нет. Есть проблемы и трудности, и сложности, но от этого жизнь на самом деле становится только интереснее и динамичнее, и ты понимаешь, где ты можешь, наверное, как раз, вот я вот, знаете, так про химическую отрасль скажу вам, что мне нравится, что это такой очень интеллектуальный бизнес, то есть здесь как раз очень много работы, которую ты можешь сделать и, значит, выиграть, да, за счет чего-то. То есть это не та история, когда есть просто там какое-то понятное конкурентное преимущество, и, в принципе, дальше уже неважно, там, трудишься ты, значит, особо или нет, ты, значит, точно победишь в борьбе или проиграешь. Я хотел немножко рассказать про то, как мы ищем проекты, потому что как раз это такая история не очень простая, потому что, ну, с одной стороны, химические цепочки все известны, что можно сделать из метанола и дальше, там, ничего нового мы там принципиально не придумаем. С другой стороны, как же это все реализовать, да, в нашей стране, потому что, ну, мы преимущественно для нас там приоритетным рынком и местом расположения мощностей является Российская Федерация. Это та страна и там те города, где мы себя комфортно чувствуем во всех смыслах этого слова. Ну, в первую очередь, коллеги, мы определяем критерии проекта, вообще что мы хотим с точки зрения географии, расположения производств, формата. Дальше мы очень активно смотрим на то, какой рынок, какой импорт и что вообще происходит именно в долгосрочных трендах. Потому что, ну, как вы понимаете, средний цикл в химии от идеи до реализации 3-5 лет – это так, оптимистично, по жизни 7. Поэтому мы должны смотреть там не на год-два вперед, да, не что сегодня, а что завтра, послезавтра будет актуально, причем да, на конечных рынках в том числе. Если мы делаем, там, не знаю, химию для пищевой промышленности, что будет в пищевой промышленности через там, 7-10 лет? И здесь как раз вот Елена Викторовна очень созвучны были тренды, которые там, она озвучила.
Ну и дальше, конечно, мы анализируем меры господдержки. Здесь я, вы знаете, часто слышу такую некую негативную коннотацию, но я могу сказать, что в Российской Федерации, потому что у нас есть опыт того, что мы смотрим там, в Австрии на Западе, да, у нас есть там партнеры из других стран, с которыми общаемся. Коллеги, честно, я вам скажу, что у нас все в порядке с мерами господдержки. И там есть иногда даже беспрецедентные какие-то истории там, на том же Дальнем Востоке. Да, это не так просто, да, это там, значит, и так далее. Но это все, я так, знаете, в моем понимании, это все фильтры от того, чтобы, ну, наш русский народ же очень умный, поэтому если там сделать получение господдержек быстрым и легким, то тогда у нас, знаете, неокром будет заниматься каждый второй, и каждый второй будет финансировать там свой неокр. Поэтому здесь, ну, я там нормально, цинично, по-философски к этому отношусь. Сам периодически тоже там ругаюсь с коллегами из Минпрома, потому что, ну, заполняешь там очень много там форм, таблиц, зачем, куда, почему, но в конце концов, самое главное, что это приводит к результату, и мы по всем нашим проектам эту поддержку получаем в разных формах, в разных количествах, но здесь точно это не та область, где есть какие-то проблемы. Поэтому, если можно, следующий слайд. Наверное, вот здесь я хотел бы остановиться на двух проблемах, которые у нас есть. Первое, коллеги, это проработка рынка. К сожалению или к счастью, когда вы занимаетесь сырьевыми товарами, биржевыми, вам относительно легко посмотреть и оценить рынки. Есть отчеты, есть таможенная статистика. Когда же вы уходите, как мы в данном случае, там, в малотоннажную химию, которая не сырьевая, которая нишевая, то оценка рынка, это, знаете, уже превращается там, из анализа и там, науки больше в искусство, потому что тебе нужно общаться, тебе нужно понимать, а какова потребность, которую, может быть, твой потребитель не осознает. Ну, буквально приведу вам пример, там, параформальдегид. Да, казалось бы, там, нужно из него делать там, только смолы, туда, где нельзя довести формалин, и больше ничего. А начинаешь общаться, вплоть до пищевой индустрии он используется. Просто нужно всегда подсказывать потенциальным потребителям, с ними общаться, давать им передовой опыт там, из Запада, и тогда уже, то есть, ну, таким образом создавать рынок, да, а не просто заполнять, который есть сегодня. И в этом, наверное, основная сложность. Ну и то, что у нас в Российской Федерации, ну это нужно признать, у нас 147 миллионов людей, это немного. Нам кажется, что это немного. И, потому что есть очень много продуктов, где единичная мощность – это 100, 200, 300 тысяч тонн. И на Российскую Федерацию, к сожалению, это просто… мы не можем закрыть только Российской Федерации этот рынок. Поэтому с этой проблемой сталкиваемся. Ну и поиск доступных технологий, наверное, проблема номер два, самая основная. Я здесь там, в начале своей презентации сказал, скажу еще раз. Я с гордостью, наверное, пока опять же не могу называть продуктов и, значит, там, технологии, но с гордостью скажу, что мы в одном проекте, где Российский институт, что называется, стряс пыль со своих архивных разработок, и мы пошли в неокр, в который не верили многие мои коллеги. Я даже, когда защищал, я помню первую самую презентацию, я сказал: коллеги, вот это миллионы рублей, которые, возможно, нам придется сжечь. Готовы ли вы к этому? Давайте посмотрим друг другу в глаза. Было очень некомфортно, потому что, ну, скепсиса много, технологии там больше 15 лет. Но я сегодня могу сказать, что мы уже прошли там два этапа успешно неокра. Мы точно восстановили те, как бы, данные, которые были 15 лет назад, и мы сегодня улучшаем эту технологию, чтобы уже с улучшенными параметрами строить завод. Но это редкость. Эта история там одна на 100, на 1000. А большинство технологий все-таки передовых на Западе, и большого желания лицензировать их ни у кого нету. Я коротко сказал, почему. Это наша основная боль. Наверное, где Metafrax Group немножко проще, что у нас есть, как я называю, такой, знаете, user-friendly интерфейс в лице моих австрийских коллег, с которыми хотя бы разговаривают, значит, на одном языке, и они могут по между строчью понять, люди вообще готовы к чему-то серьезному с нами или нет. Потому что для них все равно там даже Левон Гарслян, значит, со своим молодым лицом и армянской фамилией является, значит, представителем великого русского народа, и они, понятно, что есть трудности перевода. Трудности перевода. И поэтому здесь нам чуть проще, коллеги большую поддержку оказывают. Более того, у нас в Австрии коллеги, которые там 20-30 лет в разных индустриях общались, и когда ко мне приходит лицензиар там с любой, из любой страны, я всегда могу позвонить в Австрию, сказать, знаешь ли ты кого-то оттуда, и начинается какой-то более конструктивный диалог, и это очень ценно. Если можно, дальше, последний слайд.
В целом я хотел бы сказать и поделиться там нашим подходом к тому, как мы ищем проекты. У нас такая, знаете, конвейерная система. Часто есть искушение, когда ты нашел одну-две темы, остановиться на них, сфокусироваться и ничем больше не заниматься, но это всегда риск. Поэтому у нас принципиально на уровне совета директоров есть решение, что мы всегда должны иметь большое количество проектов в разной стадии проработки. Потому что вот здесь просто примерные цифры приведены, чтобы вы понимали, что любой проект может остановиться на любом из этапов. Да? И если ты фокусируешься на чем-то одном, а это проработка там, 2-3 года, и ты приходишь в конце к результату 0, то у тебя позади и вокруг тебя ничего. А если у тебя есть там пайплайн проектов хороших, и они на разных стадиях проработки, то у тебя всегда есть возможность. Знаете, лучшая головная боль – это когда у тебя много проектов, и ты не знаешь, как их реализовать. Поэтому мы вот этой концепции придерживаемся и надеемся, что там она позволит нам как раз вот стратегию глубокой переработки осуществить. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Хоть вы пытались добавить ложку дегтя, но мне кажется, получилось все равно очень позитивно. И кажется, что проблем-то как будто бы и нет. Но у меня вот вопрос уточняющий. Вы говорили про стратегию развития малотоннажной и среднетоннажной химии. Вот здесь вы все-таки ставите перед собой пока задачу замены импортозамещения или же сразу выхода на экспорт в том числе? Знаете, наверное, задачу вот именно в такой развилке поставить сложно, потому что все зависит от конкретного продукта. Пока мы видим, что ориентир на импортозамещение, и здесь даже не про господдержки речь, а просто про то, чтобы занять рынок, да? Он более приоритетен. Но если мы видим продукт, мы видим, что есть на него технология, мы можем его разместить на наших площадках, привезти туда сырье, и можно его продать еще и за рубеж, это тоже понятная и нормальная для нас история. Просто мы всегда понимаем, что когда мы из России начинаем идти в Европу, то они из Европы начинают еще и агрессивнее идти в Россию. Это тоже некий такой, знаете, джентльменский момент, если хотите. Поэтому его нужно учитывать, насколько ты... И плюс, так как в России, коллеги, к сожалению, мощности, которые можно ставить уверенно, они небольшие. Ну, допустим, есть продукт X, мы ставим завод на 30 тысяч тонн, а у наших западных партнеров /конкурентов установки 100, 200, 300, да? То тогда, если мы начнем пытаться с ними конкурировать в Европе, ну, что они с нами сделают, наверное, можете представить без моих комментариев. Понятно. Спасибо большое за ваше выступление. Спасибо. Тогда мы перейдем к нашему следующему спикеру. Ирина Леонидовна Снеговая. Да, прошу прощения, не увидела. Да. Вы говорили про разработку новых технологий в Германии и так далее. А сотрудничаете ли вы с нашими институтами химическими и так далее? То есть развиваете ли вы, да, вот именно разработку новых там формул, новых технологий в России? Если нет, то почему нет? Спасибо большое за вопрос. Я, вы знаете, как раз сказал, что с гордостью могу сказать, что мы вот в одну технологию пошли, где наши ученые стряхнули пыль советских разработок, и вот мы идем, уже две стадии неокро успешно прошли. Но, честно признаюсь, это редкость. Не потому, что у нас нет желания, у нас нету к этому никакой там аллергии, да, а потому что просто таких технологий очень мало. Но многое уже устарело, многое было продано. Ну, у нас есть истории, там, я иногда, знаете, я там относительно молодой человек, да, слышу, там 10 лет назад был очень хороший завод, его разобрали и там увезли. Ну, к сожалению, это есть. Кто в этом виноват и почему так произошло, это уже прошлое, надо смотреть вперед. Коротко ответ на ваш вопрос, да, мы работаем, но у нас подход, коллеги, знаете, такой, очень там, прикладной. Мы работаем не с целью работать, а с целью построить завод. Если есть потенциал, если мы его чувствуем, мы готовы в него инвестировать. То есть нет именно технической базы для научных разработок в России? В определенных продуктах, которые нам интересны. Где они есть, мы работаем. Спасибо. Коллеги, если вопросов больше нет, тогда переходим к Ирине Леонидовне Снеговая, исполнительный директор Национального института стратегического развития и управления эффективностью и рисками. У вас презентация же, да? Поставьте, пожалуйста. Вы знаете, коллеги, я поддержу
предыдущего спикера Левона, и все-таки в позитиве буду рассказывать о том, какие изменения у нас происходят в стране с точки зрения глубины переработки сырья, и эти изменения, они достаточно ощутимы, если смотреть проблему в комплексе. Значит, вот Левон очень интересно сейчас рассказывал, очень интересно, и затронул три глобальные темы. Первая тема – это передача технологий, поиск новых технологий, да? Вторая проблема, то есть нам технологии, в принципе, никто не готов давать. Мы должны сами технологии либо разрабатывать, либо в рамках промышленной археологии, так называемой, изыскивать ранее сделанные разработки, в рамках конверсии их транспорировать в нашу новую промышленную инфраструктуру. То есть, собственно говоря, нельзя сказать, что технология, которая была разработана в Советском Союзе, она устаревшая. Просто у нас в Советском Союзе очень много было сделано технологических изысканий, научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, которые, в принципе, до настоящего времени не востребованы. Вот, например, все мы знаем гидроразрыв пласта. На самом деле, научное обоснование и глубину проработки этой темы – это был 1957 год, это российские ученые сделали. Американцы его опытным путем сделали самостоятельно, но всю научную теорию и весь технологический процесс разработали наши российские ученые. То есть это проблема получения технологий, современных технологий для увеличения количества переделов в промышленном производстве. Технологии мы должны изыскивать сами, создавать сами. Это ключевая проблема, которая, в принципе, вот на новом технологическом уровне развития наших всех промышленных производств, она существует. Вторая проблема, которую Левон озвучил, это интеллектуальность. То есть, подходя к проблеме увеличения количества переделов сырья, мы подходим к идее, что это все-таки интеллектуальный труд, а интеллектуальный труд, он увеличивает количество вовлеченных в процессы производства людей. То есть, у нас проблема занятости в стране таким образом решается. Если мы увеличиваем количество переделов промышленной продукции, мы увеличиваем и занятость, и благосостояние, потому что мы продвигаем на рынок уже не сырье, а конечный продукт. Конечный продукт, он всегда добавленную стоимость оставляет у непосредственного производителя того ресурса, который продается на рынок. То есть в любом случае это намного эффективнее с точки зрения реализации и построения систем промышленного производства. И третья проблема – это производство средств производства. То есть для того, чтобы делать высокотехнологичную наукоемкую продукцию, необходимо обладать технологиями производства средств производства. Тебе нужны, как Левон правильно сказал, заводы, тебе нужны высокотехнологичные линии. Вот на слайде мы сейчас видели такой агрегат у Левона. Это шаровый резервуар. Это огромная конструкция, которая, собственно, по геометрии своей, по физико-техническим характеристикам позволяет сохранять вот этот газ в этих резервуарах. Это, опять же, наши российские разработки, это наша промышленность, это производство. Я сейчас попозже чуть скажу об этих предприятиях, как об успешном опыте глубокой переработки сырья. То есть мы, в принципе, как государство обладаем всеми компетенциями. Мы имеем ресурсы, мы имеем научно-технический потенциал, мы имеем интеллектуальную составляющую, потому что, кто бы что ни говорил, вопросы уровня развития нашего инженерного сектора производства, они достаточно высокие. То есть, в принципе, и меры государственной поддержки. Вот Левон правильно сказал, что если рассматривать сейчас те меры государственной поддержки, которые существуют для развития высокотехнологичных отраслей, они позволяют реализовать большую часть проектов, которые инициируются нашими предприятиями. Я бы вот хотела сказать о том, что проблема устойчивого развития несырьевого сектора российской экономики, она, в принципе, у нас давно звучит, наверное, звучит, я не знаю, на моей памяти лет 20. Мы хотим заменить сырьевую составляющую на несырьевой, несырьевой такой вектор развития. При этом мы опять же обращаемся к идее и посылам, которые сказал Левон, что конъюнктура рынка меняет и определенные
определенное соотношение этих параметров. Если сейчас после пандемии мы видим рост цен на металлы, да, рост цен на нефтехимию, мы должны этим пользоваться, безусловно, да, не останавливать процессы экспортных поставок, но тем не менее развивать внутренние высокотехнологичные отрасли их переработки. То есть делать двойную такую работу, двойную конверсию, которая, в принципе, дает и двойной результат. Мы, в принципе, замещаем у себя выпадающие доходы в бюджете, которые пока не наверстали из-за того, что у нас нет настроенной системы высокотехнологичной переработки. Тем не менее, не отдаем рынки вот эти, которые у нас есть по сырью. Углеродная тематика, она известна, да, то есть, в принципе, есть много точек зрения на эту тему, но вопросы глубины переработки, необходимости увеличения количества переделов в промышленном производстве, они вообще никем не оспариваются. Вот я хотела остановиться на том, что по поручению президента в 2019 году была разработана Институтом роста дорожная карта устойчивого развития несырьевого экспорта, где были выделены три направления развития. Это топливно-энергетические ресурсы, нефтехимия, металлы и металлические изделия, драгоценные камни и ювелирные изделия. То есть те сектора экономики, в которых у нас, в принципе, достаточно большие конкурентные преимущества есть. Опять же, возвращаясь к той тематике, которая в 2019 году была актуальна, что особенно привлекательно, то были высказаны как определенные меры поддержки. Это локализация производства ключевых промышленных секторов. Это радиоэлектроника, приборостроение, металлообработка и цифровая экономика на территории России. Это совершенно уникальная идея, которая, в принципе, сейчас уже в практической плоскости уже достаточно хорошо реализуется. Вот. Нашла свое применение, несмотря на то, что дорожная карта, она немножко отошла на второй план сейчас. Можно следующий слайд? Вот что хотелось сказать. Какие зоны роста, какие сектора роста у нас, собственно говоря, есть? Ну, наверное, нужно отталкиваться от той структуры экономики, которой мы обладаем. Обладаем мы все-таки по разным оценкам на сегодняшний день. Это до 70% валового внутреннего продукта генерируется предприятием, находящимся в госсобственности различных форм по цепочкам кооперации. Ну, счетная палата Алексея Леонидовича Кудрина дает 46-48%. Значения не имеет, это большая достаточно цифра, то есть это как источник роста. У нас есть в законодательном регулировании определенные требования к порядку действий этих компаний в рамках реализации их стратегии закупочной деятельности. То есть госкомпании, как сектор экономики, регулируются 44-м законом, отдельные виды юридических лиц, то есть это компании с государственным участием, их дочерние структуры, это 223-й закон. Значит, вот именно благодаря этим государственным новациям, которые вступили с 1 января текущего года, государство, в принципе, пришло к идее локализации производства на территории Российской Федерации и увеличения количества переделов через госзакупки. Я сейчас скажу об этом. Что еще здесь очень важно? Здесь очень важно, что в секторе госсобственности, который сейчас находится в управлении и государства, и формируется отдельным видом юридических лиц, есть такой сектор экономики, как называется оборонно-промышленный комплекс. Вот это уникальный сектор российской экономики, который, в принципе, некоторых очень отпугивает, возможно, зря. А с другой стороны, это сектор, который, у которого есть неограниченный, я считаю, потенциал по наукоемким технологиям. Потому что на сегодня до 70% наукоемкой продукции в России делается именно на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. То есть это высокотехнологичная продукция, которая, в принципе, при удачной конверсии может поднять ключевые отрасли промышленности, и нефтехимию, и медицину, и экологические какие-то решения. Потому что, в принципе, вот Левон сказал о научно-исследовательском институте, в котором раскопали результаты НИОКРа, наверное. Да? Я больше чем уверена, что это, в принципе, наверное, сопряженное с этими отраслями промышленности, с оборонно-промышленным комплексом какая-то организация, потому что у них дисциплина, у них хорошо организовано архивное дело, у них эти технологии еще передаются из поколения в поколение, то есть не утрачена вот эта связь времен, инженерный потенциал, в принципе, готов передавать эти знания. Значит, что хочется сказать, как этот сектор, в принципе, может дать возможности для перевода своих технологий в рамках конверсии.
Значит, президентом с 1 января 2017 года было выдано поручение о том, что оборонно-промышленный комплекс должен перейти на выпуск высокотехнологичной наукоемкой продукции в Российской Федерации, и к 30-му году это должен быть не менее 50%. То есть это задача оборонно-промышленного комплекса непосредственно поддержать научный потенциал нашей промышленности, передать все свои технологии, в том числе вовлечь свои производственные мощности в разработку новой продукции. Эту историю проходили Япония, эту историю проходили США, Китай, Израиль, и все успешно, собственно, осуществили эту конверсию. Например, в Японии до 80% доходов от высокотехнологичных отраслей получают от тех предприятий, которые прошли стадию диверсификации, вот этой конверсии. Можно следующий слайд? Вот о чем я говорила, это поручение, о нем, в принципе, знают только специалисты, которые занимаются развитием оборонно-промышленного комплекса. Это достаточно закрытая сфера, тем не менее она сейчас открывается, привлекает новые кадры, новые возможности. И мы, в принципе, транспарируем эту идею и это направление как ключевое для поддержки российской промышленности. То есть 50% всех мощностей, которые есть в оборонно-промышленном комплексе, а это не только там, тактическое ракетное вооружение, это Роскосмос, это Росатом, это Ростех, это РЖД даже в какой-то степени, это Роснефть, это все ключевые предприятия, которые попадают в список российских предприятий оборонно-промышленного комплекса. Они все будут задействованы в вопросах повышения выпуска высокотехнологичной продукции двойного и гражданского назначения. Можно следующий слайд? И о чем я вот говорила, то есть с 1 января текущего года это не просто посыл какой-то нашим предприятиям, это не просто какое-то желание, чтобы наши предприятия, значит, или там тезисы подталкивались к работе на гражданских рынках. Значит, есть два постановления правительства, которые вступили в действие с 1 января текущего года, которые обязывают госзаказчиков и отдельных видов юридических лиц при закупках своей продукции основываться на продукции российского производства. При этом в реестры продукции российского производства попадают товары, которые соответствуют требованиям 719-го постановления правительства. Вот это постановление правительства, оно настолько хорошо написано, что если вы его откроете, вы придете немножко в замешательство, потому что если мы говорим об увеличении количества переделов продукции, там все это написано. Например, станки инструментальные, там у тебя должно быть станина российская, обработка, механообработка российская в такой-то доле, там заклепочные механизмы российские. То есть если мы говорим о мерах государственной поддержки, локализации и увеличении количества уровня передела, то вот этот как раз механизм, он способствует этому. То есть это пока на 3 года сделано постановление правительства, но номенклатура товаров, которые попадают в это постановление правительства, она очень широкая. Там и компьютеры, там и судостроительная техника вся, там и машиностроение. То есть, в принципе, меры государства как регулятор очень эффективно подходит к вопросу использования своих возможностей, своих ресурсов вот по локализации производства на территории России. Оно подталкивает предприятия к идее, к развитию стратегии замещения импортных товаров, аналоги которых способны производить наши предприятия. Ну, стоит здесь, наверное, сказать об стратегии развития радиоэлектронной промышленности до 2030 года. Ирина Леонидовна, я прошу прощения, мы немножко начинаем выбиваться из графика, Одна минута. То есть вопрос, вот, когда мы говорим о сложно-технической продукции, наукоемкой продукции, мы всегда говорим, а какая комплектная база, а какое сырье. Вот именно стратегия развития радиоэлектронной продукции, она как раз и также предусматривает замещение вплоть до, например, фольгированных диэлектриков в печатных платах должны быть российские. То есть, в принципе, государство всеми силами старается и успешно старается реализовать идею, значит, развития промышленности на базе российских технологий, на базе российских предприятий, благодаря вовлечению всех высвобождающихся ресурсов. Можно последний слайд у меня есть? Вот я как раз хотела об этом опыте. У нас есть на самом деле в России, я не буду называть, а может быть даже и назову, это не будет реклама, это будет только примером масштабирования успехов, когда у нас удивительные есть российские предприятия. Это один из моих любимейших проектов, потому что
Там работают не только очень профессиональные люди, вот действительно профессиональные. Там удивительная история предприятия. Вот вы все знаете Уралмашзавод. Он был открыт в 1933 году. Предприятие раньше было оборонно-промышленное. Сейчас это предприятие, в мире которых на самом деле не так много. Потому что это предприятие, которое способно делать продукцию тяжелого машиностроения, начиная от руды и заканчивая поставкой готовых изделий, которые не имеют аналогов в мире. Это, например, электрические канатные или шагающие экскаваторы с объемом подъема руды до 30 тонн. То есть это, если говорить об аналогах в мире, их не так много. Причем сейчас, если опять возвращаюсь к мерам государственной поддержки, это предприятие реализует проекты по выплавке сложных легированных сталей, которых в России не так много технологий сделано сейчас, для, например, судостроительной отрасли. Ледокол «Лидер», который заложен был вот совсем недавно, и которых будет 3 у нас в России, это тоже будет производиться благодаря научно-техническому потенциалу этого предприятия. То есть, в принципе, работ и примеров в России очень много. Вот волки здесь, волковая продукция, это уникальная вообще металлургическая заготовка, которая обеспечивает как раз возможности развития сырьевого экспорта. То есть для того, чтобы делать следующий технологический передел, тебе нужно все равно добыть какое-то сырье. Чтобы добыть сырье, тебе нужны средства производства. Мы начинаем от тех механизмов, которые, в принципе, у нас доступны у нас сейчас в России, как исключительные компетенции. У нас ничего подобного, я вот еще раз говорю, кто-то может говорить, что не хватает того, не хватает всего. Я говорю, примеров очень много в России, и примеры есть уникальные. Поставки делаем в Индию. Это компания, которая, в принципе, выиграла крупнейший контракт по индийским поставкам своей техники. Техника уникальная и надежная, она, понимаете? Так у нас все и в оборонно-промышленном комплексе. Если мы делаем какую-то технологию, она может быть, да, она с эстетической точки зрения пока, может быть, что-то где-то не догоняет. Но с точки зрения надежности, да, эта технология может работать 30-40 механизма, да, 30-40 лет. Спасибо, Ирина Леонидовна. Да, уникальностью мы сильны. Вопрос, как нам перевести это в количество, наверное, стоит тоже. Потому что крупные предприятия, да, понятно, обладают большими возможностями. А вот, наверное, хотелось бы поговорить еще о том, как нам повысить инвестиционную привлекательность, в принципе, проектов, может быть, не таких больших, да, и, может быть, нам в этом поможет наш следующий спикер Ильдар Альбертович Шайхутдинов, генеральный директор Института финансового развития бизнеса. Вот, может быть, в этой коллеги, плоскости вы сможете прокомментировать. Я презентацию ставить не буду, смысла ее уже теперь нету, потому что построю выступление, исходя из того, что сегодня у нас обсуждалось с предыдущими спикерами. Логика в том, что когда мы говорим о росте, технологическом росте, о том, что действительно это главный приоритет сегодня любой компании, ведь если мы посмотрим на список Forbes, кто сегодня лидер? Лидер первую десятку занимают не нефтяные компании. Там всего лишь одна нефтяная, а в России наоборот. Одна технологическая компания, а все остальные нефтяные, нефтегазовые. Возникает вопрос, а как вот? И обратите внимание, что, опять же, первая десятка списка Forbes – это те, кто не продает продукцию вообще. Они продают лицензии, они продают доступ, то есть они в свое время инвестировали в создание технологии. Возьмем стандартную компанию российскую. Мы сначала инвестируем в технологию, получаем некий прототип или оборудование, и в результате нас всегда мерят, нас всегда кто-то измеряет. Инвесторы, банки, акционеры. Но вот самое интересное, что когда мы проводим НИОКР и в результате НИОКР получаем новую технологию, у нас на баланс поступает только в качестве актива, только оборудование. А сама технология, которая стоит миллиард и которая может быть еще масштабирована, она вообще отсутствует. Вопрос, а где же она? А куда же она делась? Ведь если на проект потрачено миллиард рублей и оборудование стало на баланс в размере 300 миллионов рублей, где еще 700? Знаете где? В себестоимости. То есть мы проводим НИОКР, то есть то, что это капитальные вложения, которые дадут отдачу через несколько лет. А уже сейчас мы загасили себестоимость текущей продукции.
и уменьшили прибыль на 700 миллионов рублей. Часто говорят, почему российские компании не такие конкурентоспособные? Да потому что мы просто элементарно не уважаем свои правила. То есть эти правила прописаны, но мы их либо не читаем, либо нас просто за это не спрашивают. И возникает ситуация, что когда компания, не буду называть название, ставит себе задачу к 2024 году увеличить капитализацию в два раза, мы смотрим на ее технологии передовые, но при этом они говорят, у нас 200 патентов. Я говорю, а сколько эти 200 патентов принесли вам доход? Нисколько. Ноль. Ровно 0 рублей. То есть компания, проинвестировав в технологию там, 500 миллионов рублей, 0 рублей получила в виде дохода. Если мы хотим по-настоящему развиваться и говорить о каком-то мировом лидерстве, хотя бы хоть в чем-то, кроме IT, где мы сегодня уже становимся отчасти лидерами, то нам нужно в первую очередь наладить собственную культуру управления технологиями. И если мы сегодня любую компанию возьмем, то ее капитализация могла бы быть увеличена в разы, просто элементарно, сделав три шага. Первое. Проведя инвентаризацию собственных технологий, оформив на нее права, если они охраноспособны. Третье. Провести их оценку и постановку на баланс. Почему этого не делают? Вот мы этим занимаемся уже около 10 лет. И я всегда удивляюсь, а почему? Мы идем к собственнику, к любой компании. Там, я являюсь членом Генерального совета деловой России, общественный совет, являюсь членом общественного совета Роспатента. Подскажу к любому бизнесмену. Он говорит, так там налоги. Я говорю, а вы знаете, что там налогов нет? Вот вы это сделаете, у вас капитализация увеличится, капитал увеличится, прибыль увеличится, а налогов с этого нет. Налога на имущество нет. Да не может быть. То есть мы на сегодняшний день могли бы стать действительно конкурентоспособными не только в объеме валового выпуска продукции, но еще и в объеме капитализации. И у нас для этого все есть. Я призываю каждого руководителя по-другому, не то что по-новому, а именно по-другому взглянуть на свой бизнес, потому что у каждого из вас в ходе НИОКР, он тоже существует в каждой компании, всегда есть два актива. Вот актив один вы можете взять и поставить на баланс, а другой его нужно просто создать. И вы будете гораздо богаче, гораздо в глазах инвесторов более привлекательными, и самое главное, будете стоить дороже. Кому это нужно? Ну, не знаю, я думаю, что самым умным компаниям, которые сегодня действительно занимаются интеллектуальной экономикой. Спасибо. Спасибо. У нас еще по Zoom'у мы оставим вас, Виторио, если вы позволите, наконец, как для обращения к итальянскому опыту. Завершая историю с анализом ситуации в российских отраслях, по Zoom'у у нас Владимир Алексеевич Цальников, руководитель направления анализа и прогнозирования развития отраслей реального сектора ИНП РАН. Вам слово. У меня, если позволите, есть два уточняющих вопроса. Да, какие отрасли, на ваш взгляд, могут стать точками роста с точки зрения прогнозирования, да, вот в вот этой глубокой переработке? И в каких сферах создания таких проектов могло бы иметь наибольший мультипликативный эффект для экономики в целом? Да, добрый день, коллеги. Спасибо. Ну, я работаю, в общем, основное мое место работы скорее Центр макроэкономического анализа и прогнозирования ЦМАКП, где я замгендиректора. Да, я еще вот в Институте народно-хозяйственного прогнозирования, но еще в Вышке. В общем, вот занимаюсь анализом реального сектора и хотел бы сказать это следующее. Я так понимаю, времени немного, постараюсь покороче. Ну, смотрите, на что хотел бы обратить внимание. Прежде всего, конечно, очень приятно было услышать много, так сказать, таких позитивных новостей, а главное, настроенности на развитие. Это, безусловно, нам будет очень важно в, так сказать, обозримой перспективе. Тем не менее, хотя я сам являюсь, в общем, во многом оптимистом, немножечко, так сказать, ложечку дегтя сегодня хотел бы добавить, так сказать, в дискуссию. И речь вот о чем. Смотрите, у нас так получилось, что мы прошли вот этот вот ковидный кризис и вышли в 2021 год с очень, в общем-то, позитивными цифрами по, ну, скажем так, по макроэкономике, по секторам.
электоральным показателям, просто очень позитивные. Если вот чисто формально посмотреть, у нас, хоть мы вроде как и затормозились, да, но затормозились на уровне выше, чем 2019 год, если брать промышленность и особенно обработку, потому что, понятно, там нефть сейчас оттягивает. Если только одну нефть вычесть, у нас порядка 3% в июле было превышение объема промпроизводства над уровнем 2019 года, подчеркиваю. Значит, дальше. У нас вообще почти полуторакратный рост прибыли, если посмотреть на солидированный финансовый результат по итогам полугодия. Опять же, к 2019 году, подчеркну, да, к 2019, а не к 2020. И ну, у нас там еще улучшение по целому ряду показателей. Более того, у нас это улучшение практически фронтальный характер имеет, если вот опять же так вот на первый взгляд посмотреть на отрасли. У нас из негатива только нефть. Но так как она большая, она нам как бы общую картиночку портит. А если вот посмотреть, так сказать, на каждую из отраслей, ну там хорошо. Там либо просто очень хорошо, как в фармацевтике или там условно в мебельной промышленности. И как бы, ну так, может быть, не очень, но все равно хорошо. Или даже просто хорошо, как вот в химии, как в лесе, как в пищевке, ну и как много где еще. Тем не менее, вот я бы хотел подчеркнуть, что это... К сожалению, вот я недавно, можно сказать, завершил такое некое исследование на эту тему. Это улучшение во многом временное. У нас впереди довольно сильное торможение, возможно, даже с отрицательной коррекцией, если говорить про краткосрочную перспективу. В чем дело? А дело вот в чем. Почему-то мало кто этот фактор ну, как-то вот оценил, на мой взгляд, всерьез. Но у нас, во-первых, очень сильный работал все последнее время фактор отложенного спроса. Просто вот отложенного спроса. Ну, понятно, да, причем такого из-за неэкономических ограничений, которые были на предшествующем этапе. Но самое главное, и вот этот фактор вообще, по-моему, никто всерьез пока не оценивал, а мы постарались это сделать, это фактор переключения спроса с услуг на товары, который был, опять же, вот вызван вот этими, ну, как бы искусственными ограничениями, прежде всего ограничениями на мобильность. То есть, грубо говоря, работала схема. Не поехал в Турцию, купил новый холодильник. Или там переехал на дачу на время ковида, а там старый холодильник, тоже купил новый холодильник. Там, и так далее. Я просто хочу сказать, что у нас по данным Росстата значит, производство, в смысле, продажи холодильников, опять же, к 2019 году, в первом полугодии этого года, были на 30% выше, чем в 2019 году. Ну, это так, для примера. Кстати говоря, наши оценки показывают, что Росстат здесь занижает, и, скорее всего, там даже повыше как бы, цифры. И это так, ну, холодильники просто как один из примеров тех товаров, которые массово производятся в России, более-менее, да, там и так далее. На самом деле, если посмотреть, абсолютно схожая картинка по большинству как бы вот таких товаров относительно длительного пользования. Плюс не надо забывать, что у нас еще был эффект повышенного спроса на товары, ну, скажем так, специфические, связанные с пандемией, то есть это средства защиты, там, ну, опять же, там, гигиены, там, дезинфекции и все прочее. Кстати, вот тут, что интересно, наши производители во многом тоже смогли уловить положительный этот импульс спроса. Кстати, если бы лет 15 назад была пандемия, мы бы не уловили, потому что просто не было у нас ни производства упаковки внутри страны, да, там, ни производства, ну, в общем, многих вещей, которые сейчас уже были. Бумага, вот эти бумажные изделия, там, санитарное, гигиеническое, так сказать, назначение и все прочее. Вот сейчас уже все это было, сейчас это все мы смогли уловить. Но, к сожалению, видимо, все-таки спрос будет на очень многих рынках проседать. Поэтому вот я бы сказал так, что производителям надо подготовиться к тому, что впереди где-то полгода-год будет такого непростого времени, времени коррекции спроса, балансировки, новой такой ребалансировки рынков. У нас, к сожалению, сейчас рынки, говорю, сильно разбалансированы, хотя прошло уже, так сказать, ну, почти полтора года после начала пандемии, ни о какой балансировке, то есть первичная какая-то балансировка прошла, но она еще будет, так сказать, там проходить просто под действием новых факторов. И вот надо к этому готовиться, потому что как бы рынки еще будут очень сильно балансироваться, причем я еще даже не беру ценовой аспект, который, конечно, ну, все в курсе, да, что последний там, почти год уже, там, ну, сколько, месяцев 8-9 творится на сырьевых рынках, вся эта инфляция издержек, которая очень мощный, так сказать, импульс задала там всему, что только можно и чему нельзя. Ну, это, ладно, отдельная история, к сожалению, говорю, у меня, видимо, мало времени, чтобы про это все подробно рассказывать.
Поэтому вот мой посыл такой, что, ну, как говорится, так вот, надо сейчас осторожнее строить планы именно с точки зрения того, что на рынках ситуация будет корректироваться. Причем, кстати, мы еще не знаем даже как. Потому что, вообще говоря, траектории, как и ограничения, так, соответственно, экономической активности, там, отдельных его аспектов, понятно, там, мы пока еще ничего не знаем, к сожалению. И в этом контексте, вот если так немножко подытожить, посмотрите, если говорить о перспективе, то кто будет развиваться? А вы знаете, я бы так сказал, а развиваться будут те, кто уже развивался в докризисный период довольно неплохо. У нас, смотрите, в промышленности оформилось, но если мы пока не будем брать нефтегазовый сектор, про него там отдельная история, про него можно там отдельно поговорить. Но если не брать нефтегазовый сектор, то у нас было, ну так, по большому счету, крупных три сегмента, которые нормально себя чувствовали. Это, ну, грубо говоря, агропромышленный комплекс, если я про промышленность больше, да, поэтому ну, это переработка, понятно. Значит, это химический комплекс, и мы сегодня уже услышали, да, прекрасные примеры, как там все хорошо, и там действительно очень многое хорошо. И, собственно, хорошо там уже где-то лет, наверное, 10, если не больше, лет 15. Значит, и это лесобумажный комплекс. На самом деле, ну, то есть сегодня он не звучал, но там тоже все очень и очень и очень неплохо. И эти сектора, они сейчас находятся, ну, в большинстве случаев на пике инвестиционной активности. Если аккуратно посмотреть на то, что происходит с инвестициями в этих секторах, то там либо пик, либо близкая к пику инвестиционная активность. Если брать такую долгосрочную перспективу, понятно, что инвестиции надо аккуратно анализировать, надо там, ну, длинные, как говорится, ряды строить, смотреть, на какой фазе инвест-цикла в целом находится отрасль. Так вот, эти ребята все, ну, как бы, очень хорошо и с точки зрения инвестиций тоже. Поэтому есть уверенность, что в этих сегментах все по-прежнему будет неплохо, но, или даже просто хорошо. Но, я бы так сказал, они нам в силу, ну, веса, что ли, даже своего, дают в самом, так сказать, лучшем случае порядка 1% пункта роста производства, и то это как бы, ну, это такая совсем верхняя оценка, скорее там в районе там 0,7, я имею в виду вклад их, да, так сказать, в общепромышленный рост. Это, конечно, ну, совсем мало, это стагнация. Поэтому дальше вопрос, а кто еще будет поддерживать этот рост? И тут, ну как, в ближайшее время нефть и газ, да, пожалуй, с точностью до снятия, там, скорости снятия ограничений ОПЕК+, так сказать, с точностью до того, как мы будем сейчас там восполнять, так сказать, газохранилища, опустевшие у нас и в Европе. Но, в принципе, вот нефть и газ краткосрочно нам поддержит. Но, правда, это будет опять разворот, вот только вроде диверсификация, что называется, такая ковидная пошла. Ну вот сейчас обратно поедем. Значит, но это тоже, понимаете, это тоже немного, потому что все мы понимаем, что долгосрочные перспективы углеводородов, ну, сейчас уже, как говорится, из каждого утюга про это рассказывают, что, значит, все плохо, как бы. То есть спрос на вот эти, значит, углеводороды по разным причинам, в том числе политически обусловленным, конечно, во многом, но он будет не очень хороший. И поэтому я бы так сказал, конечно, вот, к сожалению, без целенаправленных усилий нам раскрутиться, ну, выше, скажем так, 2% крайне сложно. Опять же, мысль далеко не новая. Я не знаю, я лично ее так в той или иной степени и слышу, и повторяю, наверное, лет 20 уже. Но вот куда деваться? И сейчас, смотрите, последний, наверное, штрих по поводу экспорта, который, конечно же, ну, по идее, импортозамещение – это хорошо, у нас коих, если оно разумное, да, то есть как бы у нас очень по-разному можно проводить импортозамещение, все мы прекрасно понимаем. Есть разумное импортозамещение, есть неразумное, из-за чего для многих слово импортозамещение часто и ругательное в последнее время, да. Поэтому, ну, все можно сделать хорошо, все можно сделать и плохо, так сказать. Поэтому, ну, я бы так сказал, хорошее импортозамещение у нас еще есть, но там потенциал, ну, слушайте, ну, там, ну, не очень большой, скажем так, не очень большой. Там где-то как-то еще есть что-то, но понятно, что это такой временный драйвер роста, ну, да, пожалуй. Собственно говоря, это и было у нас, и продолжается в той же химии, да, как мы знаем. Собственно говоря, наконец-то полиэтилен, так сказать, ну, там, начали, ну, как бы, и то не в полном спектре, но уже научились наконец-таки, да, вот буквально там пару лет назад производить полиэтилен, слава тебе, Господи. Вот. Ну, так вот, значит, а если говорить
о перспективе более далекой, то, конечно, это экспорт все-таки. Тоже мысль не новая, понятно, уже там лет 10 даже процессы какие-то идут, но вот что мне здесь больше всего не нравится, конечно, что механизм на верхнем уровне, ну, скажем так, мониторинга и какого-то... Нет, много чего делается, и, в принципе, хорошего. Но вот какие-то вещи, конечно, удивляют. И я хотел буквально, знаете, поделиться последним, что, ну, наверное, надо вот как-то... Ладно, вот скажу одну вещь, да, что, ну, смотрите, мы до сих пор вот поставили цели по экспорту, как бы так называемому нашему несырьевому. А они, ну, во-первых, давайте так, наверное, процентов 80, ну, или уж как минимум 70, того, что у нас названо несырьевым экспортом, при ближайшем рассмотрении он такой околосырьевой, то есть это продукция первичного передела, так сказать, в лучшем случае. Это первое. Второе, цели поставлены в текущих ценах. Ну, это вот прям совсем не смарт-цель, что называется, да, потому что когда цены падают, а на эти товары первичного передела цены очень волатильны, как мы сейчас даже наблюдаем, поэтому когда цены падают, ну, все как бы пожимают плечами и говорят, ну да, цель, мы не выполняем цель, но вы же видите, ну, цены-то упали, что же мы можем сделать? А когда цели растут, все, наоборот, так сказать, радуются, ходят, что, о, смотрите, все хорошо, цели перевыполнены, как в этом году, да? У нас же... Просто чудеса сейчас с несырьевым экспортом происходят. Он прямо-таки со страшной силой летит, так сказать, в небеса. При том, что, ну, при аккуратном рассмотрении... Кстати, при аккуратном рассмотрении там тоже позитив. Там, на самом деле, физобъем, вот, по нашим оценкам, и в лесе, и в химии, и даже в металлургии сейчас растут. И это хорошо. Но это как бы, ну, как сказать... Ну, это как бы вот... Там просто темпы на порядке меньше, чем то, что мы наблюдаем по текущим ценам. Ну и так далее. То есть, в общем, конечно, меня надо просто уже останавливать, видимо. Вот. Да, боюсь, мы начинаем выбиваться. Да. Спасибо большое, Владимир. Да, поэтому, ну, подытожив, хочу сказать, что, знаете, ну, будем шевелить лапками и как-то вот двигаться вперед. Просто нужно вот как-то аккуратно смотреть вокруг и понимать, что, ну, как говорится, картинка везде сложная. Но, тем не менее, двигаемся вперед. Спасибо. Вы как-то аккуратно нам добавили ложку дегтя. Но спасибо. Витторио Тарамбини, президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России. Было бы очень интересно узнать опыт итальянских предпринимателей как у себя, да, так и здесь, с точки зрения вопроса. Ну, в принципе, мы вот этот вопрос о глубокой переработке решили давно, потому что у нас нет сырья, кроме творчества. И поэтому были вынуждены вот, придумать механизмы, чтобы вот, покупать алюминий, медь и металл в России, перерабатывать и перепродавать в России. И так и продолжаем. Пока российские вот, наши коллеги не начинают использовать металл, который нам продадут по-другому. И я сделаю маленький пример, чтобы наш разговор был довольно конкретный. Да, вот на сегодняшний день 100% трубная, медная труба, которая используется в холодильнике в России, это импортный. Россия экспортирует медь, западные страны делают труба из меда и перепродадут в Россию для холодильника. Алюминиевые профили для любых, вот, кондиционеры, вот, даже вот алюминиевые профили для вот, стеклопакета, для окна. Россия продает алюминий, наши фирмы здесь покупают алюминий за рубежом, уже переработанные профили и делают производство. Полипропилен, ну, я хорошо, я вот с удовольствием слышал вот успехи вот это наша фирма химическая. Ну, 50% компоненты для производства пластмассовых изделий и так далее, это импортные. 50% – это огромный рынок, потому что я из тех людей, которые всегда, как предусмотрено, должен знать каждый отрасль, имея свои правила рынок, уровни производства и так далее. Но тем не менее, это только маленькие примеры, которые я вот встречаю каждый день. Иностранные компании, итальянские в том числе, которые работают в России, имеют производство,
должны импортировать кучу вот изделий, которые можно сделать сейчас. Иностранные компании, которые начинают делать сборку автомобилей и какие другие изделия, вот заключают сейчас договора с ПИК, специальный инвестиционный проект, где они обязуются локализовать как минимум 50-70% и так далее, но тем не менее они не будут конкурентоспособны с Россельмаш, если они делают комбайнов. Почему? Потому что Россельмаш – это российская компания, имеет льготы и так далее. Какие стимулы имеет Россельмаш, чтобы вот попросить местных предпринимателей создавать фирмы для производства комплектующих? Как было у нас Липец в начале 2000, Индезит купила Стинол и вот попросила вот помощь администрации, местный бизнес создавать маленькие компании на производство комплектующих. 80 компаний. Они начинали локализовать. А почему вот это не делают другие компании российские? Они имеют, у нас говорят на Западе, задницу на сливочное масло, потому что получают дотации, не имеют никаких обязательств и так далее. То есть это архитектура, структура, бизнес России, которая должна измениться. Нельзя абсолютно иметь концепцию комбинат. Надо вот разделить труда, иметь поставщиков разных комплектующих, чтобы вот эти комплектующие были качественные и так далее. Ну, естественно, каждый отрасль имеет свои правила игры свои, и так далее. Но тем не менее, я считаю, что иногда я вижу, что в России очень много инструментов по поддержке от инвестиций. Очень много. Даже больше, чем инвесторы. И я считаю, что вот надо адресовать вот эти инструменты в основном не на иностранные компании, на российские фирмы. И надо, я не знаю, вот у вас есть крупные компании, так называемые олигархи, надо выбирать вот эта группа крупных предпринимателей и вот садиться за столом. Что мы можем сделать в России? Ну, откровенно говоря, потому что, понимаете, если вот реализовать медные трубы, это надо морочить голову утра до вечера, это тяжело. Это не так просто. Вот пример, вот эта фирма химическая, вы получили, достигли хорошие результаты, но это не так просто, надо вот заниматься утра до вечера. И наверняка первые 3-4 года прибыли не будет. Поэтому надо изменить психологию, менталитет и архитектуру бизнеса. Вот это вот самый главный шаг для глубокой переработки. И последний. У вас Россия, я считаю, что у вас наверняка есть рекорд, уровни изобретений, патентов и так далее. Вот это на первые места в мире. Если мы посмотрим, сколько вот эти изобретения, патенты и так далее превратились в конкретную продукцию, можно смеяться. И поэтому давайте вот мы сейчас тратим бешеные деньги, чтобы поддержать экспорт крем из Сибири, из кедров и так далее. Да. Давайте попробуем немножко вот тратить деньги, чтобы некоторые из этих изобретений превратить в экспериментальные такие вот. Только так вот. И последний пример, ну, чтобы не быть конкретный, да, ну, наверняка вы думаете, ну, что ты предлагаешь, как делать и так далее. В 69-м году, ну, 70, закончили строительство АвтоВАЗ в Тольятти. СССР купила полностью под ключ у ФИАТ, но не купила только завод. Там вокруг итальянцы предоставили технологии для производства комплектующих. И автомобильная промышленность на сегодняшний день в России – это одна из не очень много отраслей, которая имеет цепочку производства комплектующих. Ход старый, то есть ну, иногда некачественный, но это была единственная, один из немного вот, отраслей, который был готов от и до, именно по модели западной.
Я считаю, что надо, вот, допустим, возьмем металлургия, давайте вот сделаем крупный проект по металлургии, чтобы хотя бы производить то, что требуется в российский рынок, это хороший рынок. 140 миллионов, это недостаточно, я считаю, что иногда недостаточно, но иногда это более чем достаточно. Поэтому давайте, мы итальянцы несовершенны, как русские. Но отличие от вас, используем наше творческое, чтобы хотя бы даже самый простой патент превратить в оборудование и продавать русский. Давайте сделаем то же самое в России. Спасибо. Интересный посыл. Коллеги, у нас еще есть в зале Попов Петр Геннадьевич, заместитель губернатора Забайкальского края, руководитель представительства правительства Забайкальского края, правительства Российской Федерации. Да, добрый день. Рад приветствовать всех, собственно, здесь. Встану, пожалуй, аудитория достаточно уважаемая. Вот, я, кстати, к вам хотел обратиться. Вот, Левон, вы подписали с Хабаровским краем соглашение. Вот, мы тоже заинтересованы, в общем-то, в производстве, в новых технологиях, поэтому мы с удовольствием приглашаем вас в Забайкальский край. Вот, и можем обсудить более предметно как раз сотрудничество в этом направлении. Вот, ну и в целом, как бы, действительно, в Забайкальском крае в том числе есть необходимые инструменты поддержки предпринимательства, и мы их даем. А то, о чем сейчас в том числе вы говорили, вот, мы готовы и налоговые преференции, и условия, связанные с предоставлением необходимой инфраструктуры предоставить. Поэтому рады приветствовать всех инвесторов, предпринимателей, бизнес у нас и организовать все необходимые условия для этого. Поэтому рад с вами встречу. Спасибо. Коллеги, большое спасибо за сегодняшнюю дискуссию. Кажется, что получилось более позитивно, чем можно было ожидать. Возможно, потому что был такой срез отраслевой, да, в частности, который сейчас лучше себя чувствует. Вот, будем надеяться, что в остальных отраслях тоже все не так плохо, как кажется. Благодарю за участие. Спасибо.